Ну, коляска нам, да? Коляска. Ставьте на столик сейчас. Паркустик нам снять? Угу. Нам предложили какие-то столовые клетки попробовать. Это лучше не надо мучить собой. Ни у кого еще опыта нету, поэтому никто вам не скажет, получите или нет. Сейчас многие ходят и стараются это ветеринарно внедрить, потому что это возможность эксперимента хорошая. Угу. Но пока... Вот хвост подняла. Сейчас будет как? Ой, где у меня? Где у меня? Чего не надо? А, пишет ее там. Она у нас, когда хвост поднимает, значит, что-то будет делать. Вот это мы улучшим. Ничего. Движение будет лучше. Хорошо. Как ее? Да. На Сашку. Ну ничего нельзя, да, будет делать. Все. Ну, говорят, бывает что случай врач... встает. Говорят, нет, бывает случай встает. Просто я вам не могу этого гарантировать. Понимаете, здесь пробовать можно, я не отказываюсь. То есть мы будем это делать. То, что мы улучшим собаку, это однозначно. Движение, качество движения, состояние будет улучшаться. Но гарантировать это с переломом невозможно. С ушибом, с грыжей 100%. Но когда разломы пополам, а буквы, значит, там, никто кроме МРТ вам ничего не скажет. А нам, я вот хочу записаться на МРТ. Может быть, мы сделаем МРТ и опять к вам приедем? Ради бога, только оно тоже вам ничего не даст. Как прогноз, ничего не даст. Ну, то есть не делать, деньги на ветер не выкидывать? Я бы не сказал, почему. Вот если у вас стоит вопрос, допустим, как у многих людей стоит, делать МРТ, если провести повреждение ствола, взять и усыпить. Вы не усыпите? Нет, никогда. А тогда смысл потратить деньги? А, не знаю. Понимаете? То есть если МРТ нужно для принятия постановки прогноза и принятия решения для владельца, то тогда она имеет смысл, да? Есть повреждение самого нервного пучка, все, усыпляем. Если вы этого не будете делать и все равно будете биться, то МРТ выкинут эти деньги. Потому что, что бы ни показало, отказываться я не собираюсь, и вы не собираетесь. Да. Потому в любом случае будете ходить и делать. Да. Так что смотрите. Давай с учетом мочевого, вот с моей иголки. Это мы массаж сейчас будем делать. 15 минут. Ну, здесь просто на кончиках находятся электрические импульсы. Импульсы, да. Нам массаж нужно делать будет постоянно? Ну, по-моему, там раз в два дня или не каждый день. Нам нужно будет купить такую штучку? Нет, будете сюда приходить. Зоя, тебе что, больно, что ли? Тихо, кисло. Вы взяли, вот возьмите стульчик, присядьте. Да ничего мне это. Как удобнее вам будет. Все, сиди, моя девочка. Зоя, Зуляка. Побежала уже. Не, ну если хочет, пусть сядет. Так, главное, чтобы Зоя. Ей удобно было. Все, дочь, тихо. Доча, тихо, ну что за хуже? Все, ну хорошо, все. Это надо делать все это, надо делать, понимаешь? Надо. Терпи. То периодически включать, потому я не смогу загрузить. Ну, полезно. Тяжелый получится.